кто есть, а там вашу жену ебут, прикинь. Матом не ругайся. Еще раз, а и уедешь взяли, на 15 суток. Мат? А что взяли, ну, это... А где написано? Это судья решит. А зачем вы нарушили? Просто не знали? Провоцируй. Нет, не знали? Провоцируй. Не, обычный вопрос. Найди провокатор дальше. Не, я хочу узнать, зачем вы сюда заехали? Стоп, стоп, стоп. Товарищ инспектор, ну что вы делаете? Смотрите, что творит. Можете остановить водителя? Почему прям в него? Алексей, а что тебя не сбили? Вот это да, это что такое, сотрудники? Представляемся. Здравствуйте. Управление, сержант полиции Шерманов. Шерманов? Шадманов. Шадманов. Можно ваш нагрудный значок? Да вот он. Ух ты, здорово. 0-0. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Сержант полиции Михно. Михной? Михно. Михно. 00-41-29. А как же вы так умудрились поставить на тротуаре автомобильчик? Мы не мудрили, потому что нам тут заступаем. Поэтому... В смысле? Здравствуйте. Здравствуйте. Представляете, буквально секунду не успели. Да, еще раз, будьте добры, представьтесь, не расслышал. Лейтенант полиции Узунов. Узунов, очень приятно, инспектор спасибо. Инспектор ДПС. Спасибо. 610275. Товарищ инспектор, да, можете, пожалуйста, проехать Карла Маркса 20, вот здесь вот, напротив. Как там проезжали? Что там не так? Пойдемте посмотрим. Там на тротуаре, по-моему, стоянка, напротив, точнее. Мне так кажется. Ну, напротив Карла Маркса. Проедьте, да? Ну, конечно. Спасибо, ага. Все, пошли. Да, по тротуару. Снимай мне вниз. Зови инспектора, Рустам. На, держи вот это. Вы сейчас на меня наедете. Вон, инспектор. Снимай со стороны меня. Тут мало, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все. Нормально припарковаться. Да, конечно, документы дайте. Сейчас я помогите. Мужчина. Документы. Так, а тут проезд мы видим, да? Здесь проезд. А здесь именно стоянка на тротуаре. А там дальше нормально все? Там дорога, да? Проезжая часть. Так, ну не так много осталось. Ростов-на-Дону. Здание Пролетарского районного суда. Напротив красивый парк. Мы видим адрес Карла Маркса 20. И здесь мы видим, ну, наверное, днем было побольше автомобилей. Сейчас осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 машин осталось всего лишь. Я матом ругаюсь.
Надо ППС вызвать тогда. Чтоб на 15 суток уехал. Вот, правильно. Да, лучше сесть и сидеть. Встал, да? Так, инспектор отреагировали. Припаркуйтесь, пожалуйста, сюда ближе к воротам. Там на тротуаре, да? А не могли бы эвакуатора вызвать, товарищ инспектор? Уже вызван. Уже вызван. А, спасибо. Вот вы здесь находитесь, а там вашу жену ебут, прикинь. Матом не ругайся. Еще раз и уедешь на 15 суток. А что это? Где это написано? Это судья решит. А где это указано? Я не знаю. Судья, аж не судья, чтобы решал, мат это или нет. Ну я тебе серьезно говорю, за женой следи. Такое, и за своей дыркой проследи. Ужас. Это второй, вот этот. Ну они какие-то странные, да, оба. Ну, да. Что-то с ними не то. Один матюкается, что-то думает, советы дает, другой что-то, какие-то советы раздает. Думает, наверное, круто это все, вот как они сказали. Вот такие вот ребята, вот они, нарушители. Италия. А зачем вы нарушили? Просто не знали? Провоцируй. Нет, не знали? Провоцируй. Не, обычный вопрос. Иди провокатор дальше. Не, я хочу узнать, зачем вы сюда заехали? Это они нас провоцировали. Так, движение автомобиля осуществляется, да, сейчас номер зафиксируем. Ну, есть, Лекс. По-моему, на тротуар залез, да? Да, да. А у вас есть чем тонировку проверять? Прибор? Есть? О. Товарищ инспектор, сейчас, секунду, можно затонирован автомобиль на тротуаре. И вот сейчас уйдет водитель, только что подъехал. Если он на тротуаре, мы его сейчас его проверим. Но затонирован еще. Я понимаю. Движение. Движение зафиксировано. Есть. Сейчас. В виде фиксации. А, хорошо. Не ушел там еще водитель, нет? А, ушел уже? А. Ну да, на тротуар припарковался и в суд пошел, да? Зафиксировал, да. А, уже ушел, понятно, жалко. В суд пошел. Не успели, ну ладно. Так, водитель привлечен к административной ответственности. Все. Уже куда-то уехал. Так, водитель привлечен к административной ответственности. Второй. Ждем эвакуаторы. Пока нету. Так, приехал эвакуатор. Да, сейчас первой машины начнем. Посмотрим. Наверное, сюда. Товарищ инспектор, гляньте, на синий автомобильчик. А, к этому вращусь. Товарищ инспектор, а можете отреагировать, пожалуйста, он на той стороне. А то он сейчас уедет. Я понимаю, инспектор. Вы просто возьмите у него документы и все. Смотрите, вот же он. Карла Маркса в городе Ростове-на-Дону. Это там транспорт припаркован в неположенном месте. Соответственно, сотрудники дорожно-патрульной службы вызвали эвакуатор, который решил данную проблему. Все. Ладно. Отлично. Все правильно рассказали. Наша полиция доблестно выполняет свои поставленные задачи. Отлично. Спасибо. Спасибо. Так, пошел документы брать.
А я попросил отреагировать. Берет документы. Сейчас будет водитель привлечен к административной ответственности. Здесь пока грузит автомобиль. Два сразу. Постань там, а. Мужчина, с документами к инспектору, пожалуйста. Здравствуйте, на тротуаре поставили. Передайте, пожалуйста, инспектору документы. На тротуаре припарковали. Быстрее будет помотать документы, они быстренько штрафом. Что там, один ребенок в машине, да? Да. Да мы посмотрим. А? Посмотрим за ним. Так. А, спал там даже. Водитель в машине спал, оказывается. Передал документы, я так понимаю. Сейчас переедут к другому автомобилю. Другой автомобиль будет эвакуирован. Достаточно неплохо работает ГИБДД Ростова-на-Дону. Мы можем в целом сказать. Во всяком случае, лучше, чем в Воронеже. А, инспектор забрал документы. А куда он поехал? Я ему звонил, звонил, сколько он тут. Все, все, съезжает. Провожаем его с честью с тротуара. Так, машина поднимает сейчас и на штрафстоянку будет перемещена. Так. Продолжается здесь работа. Освобождаем тротуар. А, вот машина уезжает, да. А где инспектор? Подойди, инспектор. Стоп, стоп, стоп. Куда едете? Стой, задержан. Спокойно, спокойно. Задержан. Что делаете? Вы что творите? Спокойно, спокойно. К инспекторам подходите. Какие все... Товарищ инспектор, ну что вы делаете? Смотрите, что творит. Можете остановить водителя? Можете поехать за ним? Ну что он творит, беспредельщик этот? Гляньте, что творит. Нормально. А инспектора сидят один по телефону, разговаривают. Короче. Товарищ инспектор, а в чем проблема?
Где проблема? Почему нарушитель не остановили? Я занимался эвакуацией, я не видел ни нарушителя. Я вам скажу, вы не видели? Я не могу. Я эвакуацией занимался. Перед тем, как он задним ходом сдал на перекресток? Я эвакуация, я вот там вот был, я грузил машину, вот составляю. А вам человек, гражданин обратился, тоже сказал. Я составляю протокол по эвакуации, по вашему заявлению, по факту нарушения водителями в данной местности правил парковки, а именно нарушение стоянки. Да, здорово. Товарищ инспектор, передали, нас задержали. А, передали, еще спасибо. Раз объясняю. Я не могу спасибо. Бросить здесь напарника, кинуться. Спасибо, что хоть передали, товарищ инспектор. Спасибо, что отреагировали. Я смотрел на него, не зря запоминал все. Номера. Да, все. Автомобиль передан, задержали. Все, еще спасибо. Разорваться мы не можем. Бросить согласен. Одного, но можно было поехать, съездить за ним. Поехать в погоню не могу, еще раз объясняю. Плюс люди. Все, спасибо. Я вам объясняю, что более нарушений там сверхъестественных не было. А будет задержан? А? Нет, будет задержан. Передали. Если его сейчас экипаж где-то по пути, конечно, остановят, задержат. Ну, и вам сообщат? Машины, а? Вам сообщат? Ну, нам нет. А уточнить не сможете никак, да? Ну, сейчас как вы уточните? Все, понял. Уточнить ладно. Как? Его могут не сегодня задержать, его могут завтра задержать. Автомобиль на задержание передан. Еще раз объясняю. Понял. Спасибо. Да. Так, ну пока мы побежали останавливать нарушителя, который просто задним сходом через весь перекресток, через всю улицу проехал и уехал. Вот отсюда вот машину убрали единственную, вот пока. Вот эту. И поедет на штрафстоянку. А мы продолжаем дальше. Так, ориентировку дал инспектор, вроде бы. Ну, так сказал он. На Infiniti. Ну, вроде должны остановить где-то, а может и нет. Запрос сделаем, потом уточним информацию. Так, опять на тротуаре припарковался. Судебный пристав. Судебный пристав, убираем машину с тротуара. Сейчас Волга на его месте. Не, она вообще катается по тротуару, смотри, что делает. Во, поехал. Вот так вот. Не, просто разворачивайся, наверное. Подожди, подожди, посмотрим. За что он сейчас идет? Вот, судебный пристав. Убирает автомобиль. На Волге уезжает. Инспекторы не могут, а мы можем. Непонятно, да, пока маневрирует как. На то место, наверное, хочешь поставить. Что, серьезно, что ли? Не знаю, едет туда. Возможно, возможно. Сейчас ему свистнем. Выйдет, есть. А пристав стоит, смотрит. Вообще. Это получается моему. Как тебе это? Инспектор занят? Пока занят, видишь. А второй? Второй тоже занят, это да? Что такое, знаешь, я пищу, я ничего не делаю. Увидел? Не? Не, давай, давай. Не знаю. Сейчас уточним. Да, наверное, да. Ну, а как он? Можно было встать, конечно, впереди, да? Сейчас посмотрим. Да нет, скорее всего, уезжает. Просто попросил. Ну, какая разница? Тем не менее, нормально. Попросил, да, съехать, съезжает. Без вопросов.
объяснил. Привлечен к административной ответственности мужчина. Сейчас уберет автомобиль. Что? Что-то не, просто не расслышал. А, ну да, да. Зафиксировали. Как уезжаете, зафиксируем. Сейчас едете и все. Ну да. Съезжает, да. Сейчас мужчина с ребенком тоже съедет. И останется два автомобиля. Ну, надеюсь, сейчас эвакуатор быстро приедет. И успеем мы эти две машины убрать. Убрал, переставил, все хорошо. Затонировано. Никто не останавливает. Не успевает, наверное. Так, мужчине вынесли постановление. Непонятно, с какого он автомобиля только. Да, не в положенном месте перешел. Так, там все оформляет. Мужчина, по-моему, который спал, оформляется, и вот этот мужчина тоже. Так, мужчине вынесли постановление об административном правонарушении. Сейчас будет убирать автомобильчик. А вот Руслан, который прогнал нарушителей. Молодец. На ту сторону перешел, прогнал. И вот сейчас там чисто, где суд. Судебного пристава всех прогнал. Так, убирает мужчина автомобиль. Тротуар. Да, сейчас мы его свистнем. Уезжает. Тут не разорвешь, дорога слишком широкая. Все, съезжает. Так, и мы видим, кто-то пытается. Как будто для него места освобождали, да? Подойди к инспектору. А, подойди к инспектору, там никого нет. Не, подожди, сейчас заедет на тротуар, посмотрим или нет, что он делает. Он хотел, видишь, мы уже камеру убили, все. Камера для них является. Да, да, смотри. И встал посередине. И испугался, и просто даже не знаю, куда ехать. Вперед, что делать, не знаю, да. Смотрит, смотрит. О. А на тротуар боится заехать, потому что сразу будет. Непонятно, да. Не поймет, в чем дело, на остановку заправили. Так, похоже, нарушитель подошел, еще один. Сейчас посмотрим. Разглядеть лицо. А то не было видно до этого. А, он увеличит, но у него нету такого мегапикселя, чтобы туда пробовать. Да, 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 он не сможет увеличить. Ну, может, у него крутой телефон. Да, руки у него крутятся. Да ладно, ладно. Нормально. О, видно, наконец, нормально все. Все видно. Молодец, хоть и лицо показал. Он запутал, пытается нас напугать.
А, пусть снимает. Здесь кто оплатит, так все будет до конца. Если нет, то поеду на машину. И почему прям в него? Алексей, а чуть не сбили. Да, ничего себе. Прям на меня поехал. Смотрите, наша заявка до ДТП. Сейчас только с эвакуаторами созванивались, он сейчас по пробкам только подъезжает, выгружает машину, которую отсюда забрал. Сейчас он выгружает, едет сюда обратно. Мы сейчас пока туда, как он сюда подъедет, на дежурный участок подъедет. Так, а тут интересно. Гляньте, товарищ полицейский препятствует. Так, на тротуар заезжает. К сожалению, я должен уезжать в город Сочи, не могу просто оставаться, потому что, ну, не получается, к сожалению. Так бы с удовольствием остался и до ночи, и как мы оставались до утра, но я сегодня никому не обещал здесь эвакуировать до последней машины, поэтому можно смело уезжать. И параллельно инспекторы уезжают, поэтому даже исходя из этого нет смысла оставаться. Вот, две машины осталось, но... Ну, две это не 10, которые были, поэтому то, что удалось, то и удалось за этот короткий срок. За час, за полтора примерно мы здесь. Ну, вот так попробовали, кое-что сделали. Так, инспекторы ДПС уезжают, все. Все, отлично, до свидания. Так, пока собирались, водитель съезжает с тротуара. Вот он. Так, и остался один автомобиль всего лишь. Может быть, пока будем собираться, и этот уедет. Вот это да, это что такое, сотрудники? Представляемся. Здравствуйте. Управление, сержант полиции Шадманов. Шерманов? Шадманов. Шадманов. Можно ваш нагрудный значок? Да вот он. Ух ты, здорово. 0-0. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Сержант полиции Михно. Михной? Михно. Михно. 00-41-29. А как же вы так умудрились поставить на тротуаре автомобильчик? Мы не мудрили, потому что нам тут заступаем, поэтому... В смысле? В смысле? Ну, вызывайте для себя ДПС, будем привлекать вас к ответственности. Да нет, мы сейчас заберем. Не, надо вызвать, привлечь. Или вы отказываетесь? Я не отказываюсь. Вызвать. А то инспекторы были, только вас одних не забрали, уехали на ДТП. Да я верю, я сейчас ее уберу. И звонили, а ответственность кто будет нести? Ну, я уберу ее, но нам ставить тоже ее некуда. Не, подождите, а к ответственности? Как же? 5 раз. Или нет? Вы нас а тоже поймите, но нас же тоже надо где-то ее ставить. Понятно, а вот же место, смотрите, ну, сколько. Я сюда поставил, потому что тут было, мы ходили патрулировали, поэтому я ее здесь оставил. Мы ходили патрулировали. А вы что, на своей машине, что ли, ездите? Мы в пеший патруль. А, пеший? Да. Понятно. Я поэтому ее сейчас буду убирать. Переставлю и туда. Ну, вы даете, сотрудник. От вас, вот от кого от вас не ожидал. Я понимаю, я не спорю. Я ж ее, ну что? Я ж ее на проезжей части, уважаемый, не бросил. Я ж ее не на проезжей бросил. Да на проезжей ты как я раз лучше мешаю, на проезжей бросили бы. Потому что здесь тротуар-то, здесь я люди ходят. Я не что каждый день здесь эвакуируют машины. Вы же прекрасно, вы тем более работаете в Пролетарском. Да. Ну и вы не знаете, что здесь эвакуируют каждый день машины. Ну я не знал, но мы пеши сегодня заступили, поэтому. А он вот замечание не сделал почему-то, почему заезжаешь на тротуар коллеги своему. Кому замечание вот. По служебной необходимости. Мы а нельзя такого. Нет что? Такого. Только на машине с мигалочкой можно, конечно. Там же правило где-то написано такое. Убираем машину. И мы можем вообще сейчас, если вы где-то. А ДПС не будете вызывать. Что? ДПС. Вас давайте так. У вас есть шанс. Если вы мы не будем, да, вас останавливать, чтобы вы съехали. Шанс есть. Но вы должны извиниться перед нами, то, что пешеходам помешали, нарушили их права. Так, если вы извинитесь, мы не будем тогда вызывать и не выкладывать ДПС. Не будем. Это мы сами решим, товарищ сержант. Мы не я будем. Я уберу машину, я виноват, да, я поставил, я ее уберу машину.
Только сейчас я... Извинения перед гражданами не слышу, товарищ сержант. Я сказал, я приношу за нарушенные права. Что я поставил машину так, потому что по служебной необходимости я ее поставил так. То есть приносите извинения? Я приношу свои извинения, я сейчас ее уберу. Ну, не по служебной необходимости. Не будем, да? Принес извинения, да? Все хорошо. А то все машины убрали, одна ваша осталась. Ну, я не спорю, я бы ее убрал, мы ходили патрулировать. Ну, поставили без нарушения, все. Вот смотрите, я вижу. Пеший маршрут, ну, вам объясним, вот у нас... Вижу, это же не умаляет вашей вины, правильно, в совершении административного правонарушения. Нет, парковка, там было, я же объясняю, было все занято, поэтому я поставил здесь. Подальше можно как-то было. Вы как сотрудник, вы вообще не знаю. Бы выбрать другое место, но не... Стыдно просто, должно быть как-то. Я осознаю, да, я поставил ее, да, я ее уберу сейчас, я ее уберу. Все, хорошо. Хорошо. Спасибо. Постарайтесь повнимательнее, пожалуйста, ну, ладно, а то тоже. Будем еще и раз когда-нибудь здесь эвакуировать. Граждане тоже, бдительные тоже, я понимаю, да. Ну ставить было некуда тоже. Понимаю. Поставил бы там или там еще, меня бы эвакуировали тоже в любом случае. А так, по сути, я пешеходный я не перегородил тут, по сути. Ну, по сути, как бы я тут никому не помешал. Ну, почему не помешал? Ну, ладно. Все, хорошо, ладно, извините. Ну, хорошо. Видео не будет в интернете, уважаемый? Мы решим. Как бы я извинился, как бы я сейчас ее уберу, как бы претензий нет. Ну убирайте, пожалуйста. А то мы хотели уже ДПС, вернее ДПС ждем. Только пристегиваться не забывайте. Пристегиваться только не забывайте, пожалуйста. О, спасибо. Все. Убирает последний. Водитель, автомобиль. Говорит, осознал вину. Виноват. Негде поставить. По служебной необходимости. Ну ладно. Все, съезжает с тротуара. Все. Получается, самых таких активных и не привлекли к ответственности. Но, тем не менее, не важно, что здесь было и как привлекались к ответственности. Важно то, что тротуарчик свободный от машин. Вот, то есть наша задача, по сути, то, что мы хотим, она выполнена. Нет, я просто то, что вы же меня попотребовали, я просто хотел спросить, кто меня снимал. Зачем? Алексей меня зовут. Все. Вот, смотри, вот, пожалуйста. У меня же все есть. Все, я просто хотел спросить. А, понял. Все. Хорошо. Я как бы. Сами лучше. Ну, возьми. Посмотри, сколько за это нарушение сразу предотвращаются. С людьми, которые с блогерами, правильно? Намного же проще жить. И вам меньше работы. Так. Нет, мы просто приехали, как бы тоже у нас. Да нет, ну понятно. Ну просто. Мы поставили, потому что там все забито. Давай. Здесь вы с нами сфотографируетесь, нет? Нет. Можно вас просто попросить, как бы по-человечески, как люди. Вот мы же тоже все люди, правильно? Ну, просто как бы. Ну, к нему просто. Он у нас в Москву сейчас уедет спокойно. У меня задание есть. Ну, давайте нас не будем выкладывать. Хорошо? Задание есть. Именно нас выложить, да? Нет, просто задание было на это. Вообще здесь было задание. А вы как раз просто, а вы здесь просто. Давайте нас не будем выкладывать, пожалуйста. Мы так не можем, мы же не можем договориться. Так вы же сказали, что не. Вы же сказали, что не будет. Ну как, мы же ни с кем не договариваемся. Дай камеру. Нет, дело не договорилось. Так, просто вам не обещаю. Держи камеру. Пойдем. Держи камеру. Ладно, до свидания. Всего вам хорошего. До свидания. Давай, возьму вот это.